ведь у нас художник. Теперь я знаю, откуда у тебя способности. Вчера твой отец меня очень удивил. Я что-то не могу понять технику исполнения. Как такое возможно, дед? Давай, давай, колись, кто тебя нарисовал, я от тебя отстану. Пошли! Такого никогда в искусстве не было. Мы ж прославиться можем. Эй, ты опять пить начал, что ли? По 30 тысяч. Могут они дать за высокое искусство? Клиент согласен на 30. Все, дальше пешком надо идти. В поле. А че сразу не в лес? Художник поле любит, как Есенин. Портрет готов! Надо под крышу перебираться. Нужна мастерская художника, то все было солидно, чтобы клиент балдел от обстановки. Я тоже собираюсь стать крутым бизнесменом. Не готов на тебе жениться. Ты ему хороший. А че фамилии художника нет? Странно как-то. Обещал на выставке сделать камин-аут. Вообще-то это другое означает. Мы с вами, дорогие друзья, присутствуем при уникальном событии. При полном и окончательном уничтожении понятия «живопись» как такового. Там какой-то кипиш, губернатор злой. Им кто-то настучал, что мы подрываем нравственный устой. Ну, это концептуальная живопись. А что это не желтые? Художнику, естественно, быть в состоянии протеста. Какие творческие планы? Планы? Ну что, в Третьяковку поедем, сынок.